Она ничего вам не сделала. Если она умрет сегодня, то не по воле Божьей, а из-за вас, вашей глупости, вашего невежества. Это нас не остановит, доктор. Лопата такая, чтобы копать ямки для столбов. Поджигайте. Пора. Посмотри. Мы как раз вовремя. И кто мы теперь? Нифиговые такие герои, сэр. Вот так вот. Простите, что срываю вам праздник. Но вы взяли то, что принадлежит нам. Хотим забрать назад. Свершается святое действие. Вы не смеете нарушать волю Божью. Посмотрите наверх. Там под кораблем висит человек с большой страшной пушкой. Далеко вы живете. Добираться пришлось долго. А он вообще лететь не хотел. Теперь злится. Пострелять хочет. А так что вы лучше о его воле позаботьтесь. Должен сказать, доктор, эта картинка мне напоминает... Спасибо, я горжусь собой. Отвяжите ее. Эта девочка ведьма. Да, но она наша ведьма. Поэтому отвяжи ее.